Нет, мы приняли решение, что мы оставляем Нечушкина. Пускай пороха понюхает. Вот. У нас договоренность была до сегодняшнего дня. Вот. Но сегодня трактор выиграл. Мы, поэтому я принял решение. Сейчас с тренерским составом поговорил. Я поговорил с тренером Кравчуком, что мы даем ему шанс играть дальше. Даешь возможность. Ну, давайте, это поэтапно. Мы идем навстречу. И я думаю, что это правильное решение. Вы, наверное, да, так как что... с капитаном команды? Ну, найдем достойного. Первый да. матч с американцами. Вот, тяжелый матч да, будет. Кравчук говорил, что именно на эту игру, потому что в плей-офф, там выходить на более сильных соперников. Это скажется вообще на сборной или сборная может ничего? Ну, поймите, он лидер. И, конечно, под него, вы поймите, тройки, под него готовятся тройки. Естественно, есть как играть в большинстве, меньшинстве. Естественно. Но мы надеемся на его опыт. И команда понимает, что, в общем-то, сегодня... Понимаете, если команда выиграла кубок Гагарина без него, это было бы ему обидно. С другой стороны, он успевает. Я думаю, если на первый, так на второй матч точно. А если по всем матчам, если может быть такое, что Нечушкин не приедет в сборную? Нет, такого не может быть. Мы его обязательно ведем.